Делаю отмостку на старом доме. Вот такой дом. Плохо, правда, видно, плохо понятно, но я хочу показать, как я делаю. Конечно, критики будет много, но... Вот так это все выглядит. Обкопал примерно 80 сантиметров от дома, углубился. Вот. Привет, Иваныч. И вот. А? Надо, блядь, где ж помощник ее бегумает? Нету, Иваныч, убежали. Что, заебали они тебя уже нахуй. Текает, наверное, от тебя как от... Блядь, от... Черт от ладана. Это тоже будешь заливать? Ну да, вот я приготовил, вот видишь, снимаю. Вот так я проволокой скрепил. Давай, занимайся. Спасибо, Иваныч. Чтобы отмостка как бы не отходила от дома, чтобы не было щелей. Вот. Вот эту часть я проложу на уровень со стеной кирпичом, крепким раствором. Сюда насыплю щебенки, так выровняю. Проставлю маяки по плоскости. И потом уже выставлю лес для стяжки. Тоже выставлю маяки по веревочке, и все будет нормально. Думаю, надеюсь. Конечно, столько затрат и сил, работа не стоит столько денег. Точнее, этот дом не стоит столько затраты сил, но уже взялся. Такая привычка у меня хреновая. Если берусь, то уже делаю. Вот еще раз показываю, как выглядит. Не знаю. Пишите ваши отзывы, рекомендуйте, советуйте.